Торговая война между Америкой и Китаем набирает обороты. Инициатором очередного витка напряженности предсказуемо выступил Дональд Трамп. Он объявил о введении новых пошлин на товары из Поднебесной на сумму 200 миллиардов долларов. Реализация должна пройти в два этапа. Со следующей недели объем ставки будет установлен на уровне 10%. Он продержится до конца года. А в начале следующего вырастет до 25%. Свой недружелюбный шаг Дональд Трамп сопроводил и угрозами. В Твиттере написал, в частности, цитирую, «затарифит любую страну, не торгующую США, по правилам, которые он считает честными. А в случае с Китаем пообещал и третий этап. Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других областей промышленности, мы немедленно задействуем третий этап, который предусматривает введение дополнительных тарифов в размере 267 миллиардов долларов.